Природа настолько щедра, что подарила нам несравненную роскошь – сияние Александрита. Лицезреть этот камень – все равно, что постичь все тайны мироздания. Приветствую вас на канале Максим Демидов. Если вам интересен мир драгоценных камней и ювелирных украшений, то обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим видео. А сегодня мы погрузимся в мир камня, который по праву считается одним из самых редких и дорогих. Это александрит. Смотрите этот выпуск до конца, и вы узнаете, сколько готовы платить коллекционеры за ювелирные образцы этого самородка. Про александрит говорят: утром он изумруд, вечером рубин. И не зря, ведь одно из самых ценных качеств кристалла – перемена цвета или александритовый эффект. Цветовой реверс связан с особым строением кристаллической решетки минерала, специфическим расположением примесей хрома и светопоглощения. Когда солнечные лучи попадают на камень, он светится зеленым, а при искусственном освещении – красным. И именно это делает самоцвет таким уникальным на ювелирном рынке. Кстати, у самоцвета необычная история. До того момента, как александрит стал известен миру, его находили на изумрудных копях. Среди горняков существовала примета: якобы, если во время раскопок встретился александрит, то изумруд будет уже не найти. Поэтому такие самородки старались не брать в руки. Но однажды, в 1833 году, один из таких камней приняли за изумруд. Когда исследовали твердость, то выяснилось, что она на единицу выше. А потом произошло то, чего никто не ожидал. Вечером камень стал красным. В 1834 году самоцвет был передан русскому императору Александру II и назван в его честь – александрит. Придворные ювелиры сделали из него кольцо, с которым Александр II практически никогда не расставался. Он считал его своим талисманом, который оберегал его от всех бед, в том числе от 7 покушений. Однако, по роковой случайности, однажды император не надел кольцо и был убит. Кто знает, может быть, действительно именно александрит призван оберегать людей от опасностей. До конца 19 века александриты добывали лишь в России. Чуть позже залежи этого драгоценного минерала стали находить на Шри-Ланке, Мадагаскаре, в Бразилии, Африке, Австралии и США. Африканские и бразильские образцы – это зеленые камни с коричневым подтоном в дневное время и с красным в ночном сиянии. Образцы из Индии и Шри-Ланки при разных видах освещения светятся голубовато-зелеными тонами, которые переходят в розовые. Однако уральские александриты всегда считались эталонными образцами. Камни демонстрируют исключительный реверс цвета, самые глубокие и насыщенные оттенки. При дневном свете зеленые, а при искусственном – пурпурные. В ювелирной коллекции Максим Демидов большинство александритов именно с уральских месторождений. Александрит – это ювелирная разновидность хризоберила. Можно смело сказать, что этот самоцвет – один из самых редких и дорогих ювелирных камней. Только представьте, по некоторым данным, примерно из 1000 тонн обрабатываемой горной породы добывается примерно 100 граммов александрита. Крупные кристаллы найти практически невозможно, а прозрачные камни ювелирного качества с насыщенным цветом настолько редко встречаются, что моментально попадают в частные коллекции. Большинство желающих заполучить ювелирный образец даже и не догадываются о запрете на свободную продажу камня. За добычей и перевозкой александритов следят не хуже, чем за алмазами и рубинами. По оценке качества кристаллов, первое, на что обращают внимание ювелиры, это изменение цвета. Самые редкие минералы – те, которые меняют свой оттенок с зеленого на красный без промежуточного коричневого. Другие факторы, которые влияют на стоимость кристалла – это чистота, масса и огранка. Многие из вас даже не догадываются, сколько стоит природный кристалл. На сегодняшний момент максимальная цена за один карат александрита может достигать 20 тысяч долларов за карат. А это больше, чем стоимость некоторых алмазов, сапфиров, рубинов и изумрудов. Именно поэтому природный александрит в ювелирных изделиях – это не просто большая редкость, а эксклюзивная вещь, доступная лишь избранным.
Хоть камень редкий и невероятно дорогой, это не помешало народным целителям и энергопрактикам наделить его невероятными способностями. Литотерапевты говорят, что александрит помогает укрепить иммунитет, защищает от вредных привычек, предотвращает появление диабета, а также очищает кровь. Эзотерики уверены, что именно александрит оберегает от неприятностей и приносит в тихую и размеренную жизнь яркие эмоции и впечатления, а еще помогает найти свое призвание в жизни. Александрит – это бесподобный и совершенный символ роскоши. Редкость, элитарность и цветовой реверс сделали его объектом желания многих светских леди. Благодаря александритовому эффекту ювелирные украшения становятся важным акцентом, который притягивает взгляды. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на наши социальные сети и YouTube-канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски из мира редких камней и ювелирных украшений.